Исторически золотые медали первой всероссийской спартакиады сильнейших завоевали приморские гребцы. Эта награда стала первой для приморских спортсменов в престижных соревнованиях, впервые организованных Министерством спорта России в связи с отстранением российских атлетов от чемпионата мира и Европы. Регата по гребле на байдарках и каноэ состоялась на гребном канале в Москве. Но пока, конечно, ожидаемые результаты, вот они у вас на экранах, то есть предварительно можно было назвать лидером, конечно, Каравашкова Штыля. Ну и сейчас они доказывают это, пройдя сейчас 300 метров, остается им уже 200, абсолютные лидеры, уверенно так скатанно идут они к победе к своей. Честь Приморья защищали двое титулованных гребцов, призеры Олимпийских игр, многократные чемпионы мира и Европы Иван Штыль и Алексей Каравашков. По словам Ивана, в этом сезоне спартакиада – это самые важные соревнования для российских спортсменов, приравненные к чемпионату мира. Я бы хотел поблагодарить Владивосток за поддержку, за помощь выйти на такой уровень. Спасибо Ивану, моему напарнику. Будем двигаться дальше и радовать вас победами своими. Отлично. Иван, что-нибудь добавишь? Ну, я хочу сказать, что Алексей, обменяемся любезностями. Да, друг друга, да. Да, я думаю, что никто бы не смог за такой короткий промежуток времени уже набрать форму, да. Заслуженными наградами спортсменов и тренеров поздравил министр физической культуры и спорта Жан Кузнецов. Отметим, подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, представляющих Приморье на всероссийских международных соревнованиях, одно из приоритетных направлений регионального проекта «Спорт – норма жизни», нацпроекта «Демография». Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на восьмом.